Здесь мы уже исходим из того, что, задаваясь вопросом, какая печь лучше для русской бани, вы все же склоняетесь к приобретению металлической. А прочитав ту статью, знаете, что вам понадобится печка с закрытой каменкой, возможно, прямого нагрева, обложенная камнем или кирпичом, если невозможно та, что целиком из кирпича, и изготовленная из чугуна или хромированной стали. Таковы вкратце параметры лучших печей для русской бани. Неидеальные металлические может облагородить кирпичный кожух и продуманная система вентиляции, позволяющая на время полностью прекращать все конвекционные потоки в парной. Давайте поближе познакомимся с вариантами, которые можно сегодня приобрести на российском рынке. Мы отобрали печи для русской бани с закрытой каменкой, потому что именно они отвечают за правильный пар. Некоторые из моделей сами создатели предназначают для обкладки кирпичом или натуральным камнем. Другие имеют цилиндрическую форму, которая, впрочем, тоже годится для обкладки кирпичом, и это важно, потому что без него мы не получим управляемую конвекцию. Кстати, вам стоит также ознакомиться со следующими материалами, на которые мы ссылаемся в статье, про конструкции, виды, размеры печей и про то, какая печь для бани лучше. Более подробно эта тема рассматривалась в ролике «Лучшие печи для русской бани с закрытой каменкой. Какая лучше и почему?» Смотрите этот ролик по ссылке в описании. Также рекомендуем просмотреть ссылки на полезные статьи по теме с нашего сайта parilochka.com. Они тоже есть в описании под роликом.